Фермерские хозяйства активно развиваются в Карагандинской области. Лучшим пастухом региона в этом году признан Ернат Оспанов. Сейчас его стадо насчитывает 2000 породистых овец. С животноводом познакомились наши корреспонденты. Такие увесистые двухлетки – гордость фермеров Оспановых. Хозяйство возрождает поголовье породы дегерес. Мясные и полутункорунные овцы были выведены в середине прошлого века. 30 лет назад только в Актагайском районе их паслось 250 тысяч. Сейчас всего несколько тысяч. Мы пытаемся возродить нашу традицию овцеводства. Сейчас мало кто берется разводить баранов. Мы на своем примере хотим показать, что это нужно делать, и это выгодно. Хороший пастух, которому можно доверить стадо, говорят фермеры, сейчас на вес золота. Поэтому на зимовке Оспановых пока семейный подряд. За несколько лет племенное поголовье овец в хозяйстве увеличилось в 4 раза. Пришлось арендовать дополнительные пастбищные территории. Я горд тем, что сын не бросил хозяйство. Снохе спасибо, что согласилась жить в ауле. Это не просто, понимаю, но село – это основа всего. Поддерживать комфорт на зимовке и увеличивать стадо помогают новые технологии. С государственной поддержкой на пастбищах пробурили 5 скважин. Электричество получают напрямую от солнца и ветра. Все отлажено так, что и ночью, и днем электричества хватает для нашего дома и хозяйства. Стадо Ерната в этом году был самый большой приплод, поэтому его признали лучшим овцеводом региона. Теперь он строит планы. В кратчайшие сроки намерен увеличить поголовье до 3000 овец. Илана Чаус, Айрана Камбаев, Аслан Демизбаев, Хабар 24, Карагандинская область.